брошенная теплица в Тимирязевской академии. Ну, после того, как сюда пришла Золина, здесь стало только хуже. Видите, что здесь происходит? Нет нормального, так сказать, руководителя. Здесь что, торф, что ли, да? Или земля какая-то была. Видите, прям упаковки. И они все проросли. И все. Печально вообще на это все смотреть. А когда-то здесь жизнь кипела. Вот, видите, от поливалки что осталось. Да, разбирают, бросают. Вот тележка, на которой рассаду возили. Одни ноги остались. И вот она приросла. Печалька. Вот шланги. Гидропоника, чтобы вода поступала сразу к корням. Прошло лучше. Вот. Ну, вот, блин, судя по тому, как здесь это все растет, хорошо все сюда поступает. Вот. Это, конечно, заваливается. И никто ничего восстанавливать не хочет. О, ничего себе, а тут, не понял, клубника, что ли, растет. Вот, рядом с сорняками. Брошенные, никому не нужные. Вот табличка здесь что-то было написано. Вот еще одна табличка. Ужас, конечно. Развалили всю страну. Даже опасно наступать. Можно с легкостью провалиться. Да. Деревяшечки все позгнили. Тут вот тоже какие-то растения росли. Видите, в какой упадок все пришло.
птица залетела, не смогла выбраться, умерла. Что-то фасовали. А, там вот вход есть. Вот как. Даже столы там есть, что-то выращивали на столах. Видите, да? Дверь просто заросла. Просто туда и не попасть. Но там-то что-то растет. Сейчас мы попробуем вот сюда вот попасть, посмотреть, что да как. Надеюсь, нас за это не очень отругают, если поймают. Поэтому будем максимально тихо двигаться. Так, мы с вами уже внутри. И на что я первым делом обратил внимание, это то, что здесь батареи, видите, их разморозило и порвало. Поэтому отопления здесь больше нету. Столы. Безветренно тут. Вот как раз вот эта дверь, в которую мы не смогли попасть. Санузел. Душевая, скорее всего. Какие-то полки. А вот камера проращивания. Ну, видите, она лопнутая. Какая вещь тут. Не понял, птиц, что кто-то выращивал. Зерно какое-то было. Видите, тут все вынесли. Тут повырезали. Но провода еще есть. Не все, конечно. Ага. И там полно воды. Туда мы с вами не полезем, потому что, не дай бог, я провалюсь. Это будет
Катастрофа. Видите, тут смотреть не на что. Урна целая. И все. Больше нет ничего.